Я покажу вам свое утро. Банан нашел самый большой. В этой Москве, блин, кокаин все ложками едят. Я жопой ем. Не надо, чтобы шипело. Самый большой в мире огурец. Оно вам надо. Roma Beats, man. Короче, здорово всем. Прежде чем мы начнем, я хочу рассказать, как я подготовился. Во-первых, у меня есть оператор Артём, вот он. У меня даже свет есть. Покажи свет, вот сними, что тут оборудование, все. Во-вторых, старшего сына я отправил к бабушке. Жена с младшим заперлись в детской. Я покажу вам свое утро. Среднестатистическое утро. И приготовлю обещанную яичницу с бананом. Банан нашел самый большой. Я просыпаюсь. Ну, пися, вот это все, зубы чищу. Это понятно. Выпиваю чайную ложку черного тмина натощак. Запиваю водой. Делаю зарядку. Вот в предыдущем, предыдущем выпуске. Может так сделать? Это она здесь появится. И выпиваю глютамин. Вот я его еще не выпил, то есть зарядку и черный тмин я выпил, а глютамин не успел. Это такая, на самом деле это кокаин. Я его ложками ем. В этой Москве, блин, кокаин все ложками едят. Прежде чем мы начнем делать яичницу, я еще готовлю салат. Вот я приготовил уже ингредиенты. Руккола, салат, листья салата, опять же самый большой в мире огурец и два помидора. Просто нужны овощи на самом деле. Если не заморачиваться, то можно просто там порезать огурец себе, помидор. В целом можно не заморачиваться над салатом. Но раз мы уже заморочились над камерой, светом и звуком, давайте приготовим салат. Я, слушайте, не умею ни резать, ничего вот это вот красиво. Я вот просто вот так делаю. Напишите вообще в комментариях, нужно заморачиваться вот так вот. Звать Артёма, снимать. Ну, рукколу, короче, можно вот это все сразу сюда добавить. Огурцы вот так. Почему так много? То есть, если я уж делаю салат, стараюсь его с утра сделать там практически на весь день. Часто беру с собой. Мясо там какое-то еще делаю себе на весь день, если ухожу. Не знаю. А как вы режете салат? Напишите в комментариях. Цель до марта. Сделать себе кубики. Ну, такие. Ну, по сути, красивое такое тело. Сексуальное. Ну, соответственно, этот. Так, просто листья салата. Почему я сначала салат нарезаю? Ну, у меня в голове, типа, чтобы он настоялся пока. Пока готовится яичница. Ну, и потом, потому что, когда яичница уже приготовлена, чтобы она не остыла, сразу садится есть. Почему именно яичница с бананом? Это мне, это вообще рецепт папы Смита, моего тренера. Он у себя и на канале его выкладывал. Но я тоже как-то пообещал, что я выложу, как я готовлю. Короче, в салат еще этот, добавляем оливковое масло. Салат. Все, салат, короче, настаивается без соли, без ничего. Вот он стоит здесь. Вот, начинаем с этого. Яичница. Почему яичница с бананом? Во-первых, ну это белок, яйца, банан это углевод полезный, правильный. И плюс за счет того, что ну там нельзя сладкое какое-то, вот ты когда жаришь его, он, ну, он карамелизуется и очень ну, сладко, короче, вкус, сладости. В принципе, я реально каждый день ем яичницу с бананом. Я просто это не снимаю каждый день. Да, а в целом вот я так и питаюсь, честно. Наливаем сначала масло.
Банан желательно, короче, если сильно мягкий будет, вот такие коричневые уже, он в кашу превратится, в жижу. У него вкус будет не такой сладкий. Все, включаю эту голову. Короче, у нас проблема оказалась. Плита дает помехи на звук. Плита индукционная, и помехи на звук идут. Я буду показывать просто, вы смотрите. Или она просто звук, из-за звука, или из-за того, что там помехи. Не надо, чтобы шипело. Вот прям на маленьком огне ставите. И все. И вот сначала с одной стороны, вот прям полностью оливковым маслом обмазали. Пусть мы ждем. Короче, ждем какое-то время. Оно вот должно карамелизоваться. Ну, это достаточно, ну, я не знаю, сколько. Ну, какое-то время займет. Можно. Если вот масло все выпарилось, можно добавить еще чуть-чуть воды. Ждем. Все-таки вот он немножко зеленоватый, поэтому он твердый. И, видимо, дольше надо для того, чтобы он прожарился. Проснулся, чел? Да. Переворачиваем. Вот они немножко поджарились такие. Ну, все вроде бы готово по бананам. Добавляем яйца. Я использую 4 яйца. 2 полностью и 2 только белок. Как бы без молока, но по сути омлет получается, как будто бы, да. Блин, у меня каждый раз слюни текут, реально. Это просто болезнь такая. Не, реально, просто вкусно. Ну так, достаточно быстро, без особых заморок. Ну и полезно получается. Вот. Я потом на монтаж я сделаю, как будто бы она, ну, такая крутится. Вот. И плюс, мы же говорим про утро мое, а помимо этого, во время, вернее, еды, я еще принимаю омега-3 капсулу и витамины, мультивитамины, ну, спортивные специальные. Ну, вот. Вот такое у меня утро получается. Тмин, зарядка, яичница, витамины с омегой. Вроде ничего не упустил. Все? Заканчиваем, получается. Титры пойдут сейчас. Да, ну как я ем, это, ну, так себе прикол. Я очень ужасно ем. Я жопой ем. Оно вам надо. Все, ладно. Пока.